10 февраля церковь вспоминает преподобного Ефрема Сирина. Преподобного Ефрема Сирина еще называют учителем покаяния. Он родился в начале 4 века в Месопотамии, на территории нынешнего Ирака. Родители Ефрема, бедные земледельцы, стремились воспитать сына в благочестии. Но юноша отличался вспыльчивостью и резкостью. Но однажды его по ложному обвинению посадили в тюрьму. Там Ефрем во сне услышал голос, призывавший его к покаянию. Юноша был оправдан и освобожден, но в нем произошла разительная перемена. Ефрем стал отшельником и почти 15 лет провел в учениках у знаменитого подвижника святого Иакова. Много лет провел он и в монастыре близ города Едесса в Сирии. Там Ефрем начал учительствовать, предваряя каждую проповедь обличением своих грехов. Преподобный Ефрем стал автором многих молитв и песнопений, обогативших церковное богослужение. Каждый день Великого Поста христиане читают покаянную молитву Ефрема Сирина, призывающую к духовному обновлению. «Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему. Ей, Господи Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Вспоминая и чествуя преподобного Ефрема, церковь просит святого: «Моли Бога о нас».